Талантливая школьница заняла первое место на международном конкурсе. 15-й юбилейный конкурс «Аккорды Хортицы» собрал в Запорожье более 500 юных музыкантов из нескольких стран. Подробности знает наш корреспондент. Демьянова – отличница, постоянный призер различных конкурсов по музыке. С детства увлекается вокалом и танцами. На протяжении нескольких лет девочка самостоятельно пишет тексты песен. Принять участие в международном конкурсе учителя предложили Даше впервые. И она сразу же решила попробовать свои силы. Сложным заданием для меня было слуховой анализ, определение на слух интервалов, аккордов. И так как времени на подготовку было мало, я приходилось уже ближе к конкурсу заниматься по 2-3 раза в неделю. Я была уверена, что первое, второе, третье место я займу. Учитель по музыке Инна Тишкина говорит, что Даша единственная из участников, кто подобрал идеальный аккомпанемент к предложенной мелодии. Говорит, эта ученица обладает абсолютным музыкальным слухом. И добавляет, таких побед в лицее давно не было. Гармонический мажор. Девочка очень способная, но самое главное, очень трудолюбивая. Она все годы обучения в лицее в числе отличников. Всего в фестивале «Аккорды Хортицы» участвовали более 500 юных музыкантов, в том числе из Польши, Чехии и Америки. Традиционно в состав жюри были приглашены ведущие музыканты, мастера искусств, профессора из Украины и Италии. Дарье Демьяновой вручили грамоту за первое место в номинации «Сольфеджио» и «Теории музыки». Для девочки и ее родителей победа фестиваля стала особым событием. И теперь Даша планирует принимать участие в подобных мероприятиях и дальше.